Многодетные женщины Караганды учатся делать холодные закуски. Центр поддержки многодетных семей «Шыңырак» провел бесплатный мастер-класс. Женщин учили готовить мясные рулеты, сырные шарики, самсу и лепешки. В Караганде Центр поддержки многодетных семей «Шыңырак» и общественный фонд «Она мама» провели бесплатный мастер-класс по приготовлению холодных закусок. В нем приняли участие 10 многодетных мам, которые смогли улучшить свои кулинарные навыки. Мы в первую очередь хотим, чтобы многодетные мамы могли использовать полученные навыки. Наша цель – научить многодетных женщин готовить вкусную еду, также помочь в домашних условиях зарабатывать деньги. Женщины готовили вместе, наслаждаясь уютной атмосферой и вкусными блюдами. Многодетных мам учили готовить мясные рулеты, сырные шарики, самсу и лепешки. Все наши мероприятия имеют не только досуговое, но и образовательное направление. Цель этого мероприятия – отвлечь людей от повседневных забот, дать возможность одновременно и отдохнуть, и узнать что-то новое. Все, чему они научатся здесь сегодня, они могут применять и дома, и в работе. Стоит отметить, что это не первый мастер-класс. На предыдущих курсах мамы научились делать пирожные и колбасу. По словам организаторов, такие мероприятия они намерены проводить и в дальнейшем. Светлана Фарина, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.